нам исполнилось 11. Да. И мы очень рады. Потому что скоро я буду несовершеннолетней, а раньше я была ребенком. Я сейчас ребенок, а скоро буду несовершеннолетней. Тинейджером. Дорогая мамочка, мы тебя очень сильно любим. Мы обожаем. Мы так рады, что ты у нас есть. Мамочка, я тебя очень люблю и буду всегда защищать. Да. Я ей всегда говорю, что мама всегда будет со мной. Это тебе, мамочка. Это тебе. У тебя очень красивые глаза. Прямо пахнут. Пахнут, так пахнут. Как цветы пахнут.